Всем здрасте, тормознули мы с вороном, как обычно. Ворон дыхание перевести. Вот, в общем, у нас уже лист распускается. Ворон дыхание перевести, а я трофеи поглядеть. Один убежал, молодой сейчас фигалеток. Там он еще два или три вроде в поле ходит. Так, у одного рожки, у второго нет рожков. Так, там тоже с рожками. У того трое рожек. Три отростка. Хотя он вроде на левом роге что-то там неплохое у него, но далеко. Или трава это. Кажется, сейчас будет драка. Двое на одного. В общем, он тот большими рожками здесь главный. Или это шерсть у него клочками висит, не понять. Еще на улице сегодня тепло, на солнце он парит от земли. Все, эти говорят, ладно, мы пошли дальше. Мне еще отсвечивает, плохо видно. Дома, может, на компьютере лучше будет видно, что там у него за рога. Четыре отростка. Ну ладно, поедем мы дальше. Вот еще мы с вороном наткнулись. Там, наверное, мамка с сигалетками. На ногу стал. Паразит. Все, стой. Привязаться-то некуда. Открытое поле. Вот только березка. Ай да, это березки. Это ворон. Лося изображает. А, вон два, оказывается, с рогами-то. Тоже рожки маленькие. Он нас заметил, спалил, вот стоит, смотрит. Эти не чухнули откуда. А вот коза теперь нас заметила. Все, все в рассыпную. Теперь этот понять не может, откуда
откуда шум, рога низкие, чуть-чуть выше ушей. Вот так вот тут. Да? Зверь мой. Едем мы дальше. Не знаю, видно, нет, там где-то леса, короче, мельтешит. Вот справа от козла. Плохо видно, далеко очень. Меня почуял, ветер на него дует. Что я скажу, этот такой ничто козлик, судя по шее. Здоровый. Новый запах поймал. Ладно. Бесполезно к нему подкрадываться ближе. Руку из кустов высовывать. Он меня спалил, короче, один раз. Сейчас попробую на край выйти. Ветра вообще нету. Вот такой красавчик.